На рабочем совещании глава Калмыкии вместе с региональным оператором «Чистый город» обсудил создание у нас экотехнопарка. Это современный комплекс объектов по обращению с отходами, где происходит сортировка, компостирование и утилизация неперерабатываемых составляющих твердых коммунальных отходов. Бату Хасиков отметил, что раньше отходы просто складировались на полигоне без всякой обработки. Но это не только риски для экологии. Возможности такого полигона значительно ограничены. В итоге он быстро переполнился. Современные способы переработки позволяют сохранять природу и при этом не создавать проблем для своевременного вывоза отходов. Именно такой комплекс планируем создать у нас. Для этого сейчас объединяем усилия нашей команды, регоператора и российского экологического оператора под руководством Дениса Петровича Буцаева, сообщил руководитель республики и добавил, что сейчас прорабатываются наиболее рациональные и верные пути для создания в Калмыкии современного экотехнопарка.